Madam Sagananjana Salaka Chakulmitanjana Tasmai Sri Gurave Namo. Now we have come, this place is called Govindadev Temple. Храм Говиндадева, он был проявлен правнуком Кришны. Рупа Госвами Пад проявил здесь Виграху, Говиндадева. Если вы примете его даршан, Говинда, Го означает тот, кто насыщает прему Гопи. Поэтому Говиндадев Го означает чувство, индрия. Виндаяти, Анандаяти, тот, кто дает наслаждение чувством Гопи. Поэтому его зовут Говиндадев.